Человек, заказавший эти кроссовки 47 размера, написал мне с просьбой сделать ему новую роспись. В этот раз он попросил кроссовки 48 размера. Видимо, за год нога немного подросла. Про его прошлый заказ я говорил, что это были самые лучшие кроссовки в истории кастомизации. Но теперь я забираю свои слова назад, и звание лучших достается этому кастому. Я решил поинтересоваться у клиента, куда же он будет в них ходить. Он сказал, что в этих кроссовках, как и в прошлых, он будет ходить в спортзал. Я даже не сомневаюсь, что в них он будет явно в центре внимания. И кто знает, возможно, эти кроссовки в дальнейшем станут трендом среди таких же спортивных энтузиастов.